Секат правой ногой, один короткий, один амплитудный. Сели пониже, правой ногой, коротенький, амплитудный, коротенький, амплитудный. Понятно? Ручки все впереди, в основной стойке. Ребят, первые поехали, вторые уже готовы в основной стойке. По свисточку. По свистку. Сесть пониже. Ребят, смотрите. Один коротенький, второй амплитудный побольше. Коротенький, амплитудный. Понятно? Переносите вес тела с пятки на носок. Левая нога приготовилась. Стоп, по свистку приготовились. Стоечки. Поехали, я свистнул. Миша, давай, не спать. Спиной с места, правый секат и набираем скорость. То есть мы с места начинаем, набираем именно секатом как можно быстрее. Правая нога, правая. Ноги должны стоять, ребят, в основной стойке. Вам должно быть комфортно самим перемещаться. После каждого секата мы возвращаем ногу в основную стойку, возвращаем ногу, но при этом мы делаем акцент на носок и набираем скорость. Понятно? Приготовились, левая. Ноги широко не ставим. Поехали. Ручки. Хорошо. Ребят, фонарики. Опять же, плечи у нас никуда не ходят, ноги работают отдельно от нашего туловища, понятно? Ноги отдельно, фонарики работают. Плечи на месте, ручки впереди. Корпус не заваливаем, плечи держим ровненько. Сделали фонарик. Видите? Ноги отдельно работают от туловища. Приготовились. Ручки. Хорошо, ребят. Смотрим сюда упражнение. Ребят, смотрим сюда. 2-3 секата делаем правой-левой ногой. Просто как обычный выход вперед, не отрывая коньки от льда. И тормозим полуплугом только правой ногой. Только правой. Опять же, смотрите сразу. Дема, ты слушаешь или нет? Смотрите сюда. Сразу показываю ошибку, как не надо делать. Когда мы тормозим полуплугом, не надо разворачиваться вот так. Понятно? Корпус работает отдельно от ног. Раз, два, затормозили, остановились. Раз, два, затормозили, остановились. Только правая нога работает, понятно? В основной стоечке. Поехали, ребят. Стоечка, Аким, поехали. Правой. Не, плечи не разворачиваю, прямо смотрят плечи. Отцом вперед, приготовились. Поехали. Останавливаемся, фиксируем стойку. Тормоз, зафиксировали стоечку. Поехали. Левый, да. Левый надо, а ты правый делаешь. Поехали. Стоечки. Дрон, стоечки. 2-3 секата, тормоз. Левый. Ребят. Спиной вперед то же самое, только теперь тормозим по очередности. Правый, потом левый. Ясно? Но корпус у нас точно так же, смотрит вперед. 2 секата, тормоз. Остановились в основной стойке. 2-3 секата, тормоз. Вернули ногу в основную стойку. Ясно? Приготовились, спиной вперед.
Просто выкатился, ждешь. Идет наброс, будет бросок не сильный. Твоя задача когда? Сопроводить шайбу себе в корпус. И что сделать? И поджать под себя. Но при этом ты должен немножко, да, себя ее как бы как проглотить. Садиться надо, он будет средняя высота лететь, понял? Если он случайно бросит тебе верхом, конечно, можешь не садиться, если тебя будет бросать сюда. Но если летит в корпус, ты садишься и ловишься корпусом именно. Давай попробуем. Петрович, давай попробуем. Выкатись от штанги сначала. Корпус, корпус. Выкатись от штанги, Жор. Давайте от штанги, Жор. От штанги выкат в центр. Изначально встань в стоечку. Выкат в центр. Ждем. Сдвигай. Да, смещаемся. А знаешь, видишь, она у тебя отскочила. Почему? Мы корпусом ловим, а ты перед собой ловушкой отбиваешь. Вот, смотри сюда. Смотри сюда. Вот таким движением. Ты садишься в сплит, в себя ее проглатываешь. Потом фиксируешь ее, чтобы она не выпала ловушкой. И сверху страхуешь. Снизу, точнее, страхуешь. Понял, блин? Смотри сюда, на меня. Встань сюда, чтобы ты меня видел. Ты когда делаешь выкат на сектор, да, вот какой-нибудь, да, доворачиваешь. Потом смотришь и доворачиваешь туловище, чтобы у тебя оно не было развернуто так, в ворота. Чтобы ты не под углом шел, понятно? Чтобы ты шел именно перпендикулярно вот так вот шайбе, чтобы она тебе летела, чтобы у тебя плечи никуда не заворачивались, понятно? Обязательно щитком, рукой идешь на перо. Понял? Не на коньки тренеру, а на перо. Ясно? Потому что он тебя будет пером забивать. Понял? Давай сейчас посмотрим. Да, да, да. Посмотрел. Опа. Живот. Еще раз. Смотри, ты должен зафиксировать ее будешь так. Да, корпусом, чтобы она у тебя никуда не отвалилась, понятно? Туловищем. Давай. Посмотри. Хорошо. Посмотрел. Останови сначала ее. Доигрывай. Хорошо. Смотри сюда, на меня. Мы садимся, да? Просто останавливаем, накрываем и сразу же сверху, понятно? Ты не ждешь, что потом, когда клюшки пойдут тебе добивать, чтобы у тебя не выбили, будешь вот так сидеть, тебя ударят и шайба улетит, понимаешь? Сразу же накрываешь, сама себя страхуешь. А клюшка, быстрее, да, да. Лови, лови, подтягивай под себя. Смотри, в такой ситуации, когда шайба немножко от тебя, дай клюшечку, когда шайба немножко от тебя отскочила, ты не теряйся, не жди. Если она в поле достигаемости твоей клюшки, вот она отскочила, ты ее просто к себе подтягиваешь, накрываешь и все, и забрала. Ясно? Клюшка! Хорошо. Смотри сюда. Встань, пожалуйста, чтобы ты меня видела. Выкат. Выкат сначала у нас идет от штанги на тренера, да? Первое, никуда не спеши. Ты стоишь, аккуратненько, аккуратненько. Стоишь возле штанги. Просто секатом направляя ногой себя на тренера. Понятно? Дальше идет передача.
На открытом коньке, на перо, то есть, чтобы ты не потерял ворота. Не на коньке, на перо, где бы он ни стоял. И дальше, когда идет шайба в корпус, мы не садимся на один щиток. Мы садимся сразу на два. Потому что если шайба вывалится, тебе, понимаешь, клюшкой просто тыкнут, и она у тебя по щитками пройдет. Она летит в живот, но низ должен полностью быть перекрыт. Дальше, как мы ловим? Мы немножко в себя вжимаемся, да, фиксируем шайбу ловушкой и не забываем, чтобы она не вывалилась никуда у нас. Мы здесь страхуем еще и блином. Понятно? Попробуй. Вроде два, три элемента. Попробуй их сразу вместе совмести в кучку. Пек, пек. Пробуй, пробуй, в основной стоечке. Вот, супер. На два щитка сразу, супер, молодец. Красотка. Бери, накрывай. Фиксируй шайбу, смотри, не оставляй. Накрыла сразу сюда, блинчиком, клюшкой подстраховала. Хорошо,